Всем привет, дорогие наши зрители, подписчики канала на YouTube. Это наш тур, 17 февраля. Мамин день рождения. И у меня сегодня день рождения, да. У нас такое утро получилось очень интересное. Мы с Сережей вчера всю ночь практически не спали. До 5 часов утра смотрели телевизор. Уже полшестого легли спать только, да. Чего так? Да. Вот так вот получилось у нас. И в итоге у нас сегодня папа с утра пораньше разбудил. Мама, ты всю ночь звонком по телефону. Вот я уже вот около вашего дома. Я говорю, папа, боже, говорю, ты что? Короче, в итоге вот приехал папа, у нас уже побывал в гостях. Привез деткам сладостей. Конечно же, да. Много сладостей привез. Ты что, взбесился? Ну и нет. Самое главное, меня разбудили дети своими подарками. И вы не представляете, насколько это было приятно, потому что, когда подошли трое детей, подарили мне вот такие вот красивые подарки. Тут поздравление от Ладика. Тут уже Вероника у нас умудрилась написать. Ну, это рисунок. Вот такой вот рисунок. Такие вот тюльпаны. Это я рисовала. Это Илюш рисовал. А это Вероника рисовала. Да, просто тут мам получилось. Ну ладно, для ее возраста нормально. Вот такие вот тюльпаны. Ну и самое главное, Владик с утра поднялся. Сам отложил денежки со своих сдачи, которые даю на маршрутку Владику. Не знаю, откуда он отложил эти деньги. Но с утра поднялся и сбегал маме и купил вот такую вот розочку. Это самый дорогой для меня подарок, потому что на самом деле это очень было безумно приятно. Когда они подошли все втроем, положили мне эту розу на диван, когда мы спали. Вот тут она лежала, то есть, да. Со всеми тут подарками и так далее. А пока мама, то есть, была, она ничего, конечно же, не видела. И то есть, пока Илюша не попросил, чтобы мы разбудили маму, то есть, мы даже вот пришли, то есть, зашли. Мы стояли над душой мамы. У нас просто заключилось место на камере. Да. И подрасчитали немножечко. И вот только после этого все-таки Илья начал уже будить: мама. Все-таки мама проснулась. И вот это вот увидела. Раз, два, три. Ну, это записка 4. Это было безумно приятно. Тут как раз вот они поздравили, получается. И сразу папа нам позвонил. Мой папа, я имею в виду, что он приехал. Я вообще счастлива, довольно спасибо моим деткам, конфеткам. Я вас просто обожаю вас, моих. Нет, ну на самом деле я задумывала все по-другому то сделать, чтобы ты проснулась, а у тебя вот это вот все лежало. А не так, чтобы Илья, то есть. Ну, разбудили, хорошо, через 5 минут бы дедушка разбудил в любом случае, как ни крути. Но было бы лучше. Ну, все равно, ладно. Это было безумно приятно. Спасибо моим маленьким и старшему ребенку. Очень-очень безумно приятно. Тем более, я слышала, когда хлопнула дверка, я думала, что Владик пошел гулять с собакой. Но, а не за цветочком маме. Так, второй. Ну что? Сейчас я отправляюсь в магазин. Сережа уехал в метро. Там закупил кое-какие продукты к сегодняшнему дню. Да. А я сейчас тоже иду в магазин докупать то, что... Сережа не купил, да, на стол. У нас сегодня будут гости вечером. Блин, еще один подписчик, блин. Да что такое было сейчас? Маленький подписчик твой приедет в гости. Это не мой. У нас сегодня будут, да, приедут в гости Татьяна с мужем, со Свеней, которые наши подписчики. Плюс наши друзья придут еще в гости. Мама, она разряжается. Будем отмечать наше... Подожди, мое день рождения, да. Так, а сейчас у нас время уже второй час, поэтому надо бегом бежать, докупать все, что можно. Подожди, все, что нужно. А, так как к 7 часам у нас уже будут дома гости. Да, розочка. Я помчалась. Фу, ну что, всем привет. Я, наверное, последний сегодня здороваюсь. Всем да? Привет. А вы здоровались уже? Так, приехал я с метро. Метро! Что, дедушка уже уехал? Да. Дедушка приезжал, ну, кстати, я уже снимал начало. Так, ладно, покупки. Ну, естественно, мама день рождения сегодня. Так, покупки. 31 год маме исполнилось. Так, покупки метро. Что-то на стол, что-то домой, короче. Так. Имунели вышла по 77 рублей. Оно до 21 числа. Скидка была 30%. Кстати, мы давно не
купили именно. 77 рублей. Она, кстати, была уже, по-моему, по 110 они продавались. И еще. Да, 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 черника вкус. А когда мы так. А сколько мы кушали, не пили? Да, мы не купали уже, наверное. Вот, шампанское. Вот, шампанское вообще на стол. Деткам детское. Все. Так, это на Оливье сейчас, да. Надо поставить яйца сейчас. Лист. Так, легкий с рыбогатов. Не помню, 240 рублей, 400 грамм. Так, Илья, сейчас достану все. Нарезку взял на стол, то, что мы брали на Новый год. Да, это... 270 рублей. Только мне не нравится грамм. Вот эта колбаса. Ну, съешь другую колбасу. Не стали заморачиваться. В принципе, есть колбаса, но решили... Так, Илья, класс будет. Так, яйца отборные, С0, сметанина 20 штук, 122 рубля. И молоко 49 рублей, домик в деревне. Так, что еще? Давно не ели вкусняшки, багеты, томатовские с чесночным маслом. Я не помню, там по 80 рублей. Так, это я воду себе брал, минералку попить. Так, салаты. Белая дача, 50% у вас скидка. Да, сейчас это, по-моему, по 80 рублей. А вот эти ассорти... А, Олимп, 160. А, по 160, по 60 рублей. Я скидку взял. 20 числа. Мамба! Фазер давно тоже не брали. 45 рублей. Мамба. Так, деткам мамбу. Два штуки я взял. Так, какую сейчас будете есть? Я вот эту вот. Ой, аккуратно, можно, пожалуйста? Так, вот это я убираю. Все, сидите, Владику, давайте, делитесь тоже. Так, крабовые палочки замороженные по 90 рублей, 500 грамм сейчас надо размораживать. Так, кошка тут стерилизован взял, китик это взял. Ну, вот, не знаю почему-то, 12 рублей, по-моему. Так, что еще? Сметана 62 рубля, 20% простоквашина. На стол тоже взял такой балык. Вот такой кусочек, 400 грамм получается, 260 рублей обошелся. Мы брали уже много того. Так, шпроты тоже на стол. Так, деткам еще взял йогурт и валиум, понравились, только 29 рублей, клубника, базилик. Печеное яблоко. И банан, это Ладик банан. Так, горошек дядя Ваня. Горошек пироги там были, 59 рублей на Оливье. Еще китикет и стейки, да. Последний день, что там акция идет. По 270 рублей. Попалась. Да? Хорошо, по 270 рублей в обед. Ну, я просто сказал, купил два штуки таких, 325 грамм, получается, по 260 рублей. Вот так они стоят, по-моему, где-то в районе 400 с лишним рублей. Скидка. Практически все разобрали, там вообще за 4 дня то, что были скидки. На говяжьи стейки. Нет, все, все, ничего, увидимся еще. Сейчас мама придет, там доберет кое-что немножко в магазине, там что-то не добрать. А оливье еще будет? Оливье, крабовый сейчас я буду ставить, да. Яйца, рис. А скоро уже должны гости приехать. 7 часов вроде. Вечером. Вечером. Вечером 7 часов будет, мама сказала. Так, кошки, идете кушать, сейчас будет кушать. Все, увидимся. Так, пришла Татьяна уже. Ой, господи, я уж на улице весна, устала. Весна. Супер погода, если прямо радует меня солнышко. Не знаю, я поехала, очень плохо было. Устра вообще была, да. Так сейчас хорошо. Понятно. А, уже солнышко, но... Ну, я проснулась. Ну, с утра я еще спала вообще. А мы мама супы приготовили. Да, вы да, я уже отварил все яйца, картоху и рис. Все. Да, замечательно. Короче, пошла, я докупила то, что не купил Сережа. Так, Граника, давай ты потом. Пакет, а вам одну мамбу уже сделал? Пакет порвался. Давай, две мамбы купила. Купила кусочек рыбы, форельки. Мы-то не было дешевле. А что, Ваня? Мама, Вадик пойдет купить сок потом. Потом сколько я пожил? 300 рублей была такая штука. Ну, 70 рублей взяла. Блин, нет. Это хлеб? Ну, там еще был хлеб. Ну, приводится. Короче, три... Ну, почем получается здесь бедра? Ну, получается, 139,90. Ну, так ведь не очень. Просто они только упакованы. Там то, что по 180 или 190. А это что, это кусочек. Сейчас я все это обмою, вымою, шкурку сниму. Если бедра будет, да? Да, шкурку сниму и замариную сразу. Вот, три подложки купила. Жалко, что с тарталетками, чтобы я лоханулась немножечко. Только такие вот. А что, сломала, что ли?
Ну, они несколько поломаны. Ничего себе, несколько. Видно, поломала. Только повернись. Вот эту. Тебе вообще, по-моему, поломано. Вся. Я прошу тебя говорю, у тебя все поломано. Ёбарисы-то. Видно, пакетом прижала. Ну, ты встала уже кверху. Ладно, сейчас будем решать. Так, вы уже покушали, друзья, товарищи. Так, еще пачку молока. Я же взял. Я же знала, что я взял, купил, но не купил. Мне страшно, что мы не будем пробовать. Так, сыр президент. Под палетками? А, да, под палетками. А еще сверху что хотела? Под палетками. А, да, сейчас. А сверху что хотела? Сейчас, подожди. Ты крутилась? Ой. Нет. Ну что? Селедки это я сделаю вместе с рыбой, на селедочницу положу. Да. Я найду, я не помню, селедочницу положу. Где-то она была, где я не помню. Так, это собаки. Собаки. Огурец. Огурец. Гадик у нас хоп. Ну, а помидоры готовы? Помидоры. Вкусили, да? Да, вкусили. Вот эти бакинские, да? Да. Банку кофе домой. Что я сказал, я там взял. И икра от виски взяла. А, это сверху сыр, потом да, сейчас виски. Смешаю, а, он была, значит, смешаю, да? Смешаю, да. Такая только смешаю все. Как смешаешь? Так, смешаю. Все, я понял тебя. А где твой пакет? Вот видишь, уже тарталетки лоханулась, конечно. Ладно, человека пошел, где они лежат. Полностью продаю. Потому что это мало. А где твой пакет? А здесь полностью, пакет? Да? А здесь полностью, мама, да, все. Мам, елки-палки. На минуту. Что делать, ладно? Сейчас, лишь подожди секундочку. Что делать? Так, все, сейчас начинаю готовить. Сначала замену бедра. Подожди, Илюшенька, ты же фильм снимаем. Катуха сделал уже санк в 6. Часов 6, да. Поставить ее, да. Да. Сейчас сначала замену бедра, а затем уже приступлю к салатам. Ну, тут, в принципе, все готово. Да, остальное. Все готово, еще ничего не готовое. Только сваренное. Ну, сварено. Ну, на салатку нарезать и все. Ну, да, нарезать, положить, все. Сейчас ложится. Сама хочешь сделать салат? Давай. Помельчить. Ты делаешь вкусно, но круто. Очень там красота. Так. Удивительная. Удивительная красота. Красота меня там ждет. Очень. Даже шапочки. Да ты что? Ну, я так похожа. Так, ладно, увидимся. Пойдем смотреть красоту. Так, ну что, в принципе, готов. Мы особо не показывали. Бегом скорее, потому что вместо 7 часов пришлось в 6 часов. Да. Уже 56, уже, в принципе, у нас все готово. Планировали на 7, а потом Татьяна позвонила, потому что 6 успеваем. Да, осталась у нас картошка, там еще минут на 10, и бедра. Да, не знаю, сколько там тоже минут на 10. 10 и тарталетки. Да. Да. Все, я уже готова, собралась. Ты уже все готова, собралась? Давай. Я тоже почти. Почти. Не надо мусор чем брать. Сейчас быстренько покажу, там музыка играет. Так вот, небольшой скромный стол, салатики, нарезочка, шпроты, свежая рыбка, селедочка, ну так вот, винцо, водочка и водичка и шампанское детское. Так, ну что, мы сидим за столом, отмечаем мой день рождения, у меня Татьяна с мужем. А, Илья, что ты делаешь? Ну, Татьяна с мужем приехали. И Настя, это моя тоже подружка с футбола, девочка, с кем мы вместе детей водим. Правда, без мужа. Муж заболел. Муж пилонит. Муж пилонит, да, дома. Сидим, отмечаем день рождения. Очень так... Папа там. А что? Папа потерял. Маленький подписчик потерял папу. Маленький подписчик, да, папу потерял. Гляньте, какую мне сегодня красоту надарили. Розы там я. Это я, да. Настя. Ну, еще Полина. Не Настя, Полина. Полина, да. Полина принесла. Да. Титаня, днем рождения, тебя справил с порога. Гляньте, какую Татьяна мне драгоценно подарила, которая у нас есть маленькая. Она, надеюсь, у нас... И теперь она такая большая. А ты хочешь палево убрать, да? Тебе стакан, стакан спрятать. Не получится, не получится. Уже все давно спалено. Сегодня грех за Танюшкина здоровье. Это папа и мама. Да, естественно. Это мама и папа. Кого? Меня? За Кока-Колу, что папа забирает у детей. Смотри, там яйца. Я говорю, это папа и мама. А, это пама. Папа. Коротко и ясно. Пама. Папа. Папа и мама, надо сразу, да, ну именно, пама. Железная логика, не поспоришь.
А что, раз поспоришь? Папа и мама, мама. Ой, замечательно, все сидим. Довольно, что девчонки пришли. Татьяна с мужем вообще супер просто. Тем более мы первый раз вообще познакомились, да. Постоянно приезжали, когда Татьяна и она к нам одна. Ну, с детьми. Ну, я имею в виду, что без второй половинки. Что? Илюша у нас тут снимает, палит. Да, он такой девочка снимает, он уже весь стол. Тут девочка мне нравится. Они его достали. Они его замучили. У нас три девочки. Две Полины достали. Две Полины. И Вероника, да. Бедного мальчика замучили, что к нам примчался, за стол сел. Зато уже снял все, что можно и нельзя. Компроматы там хватает в телефоне. А сейчас, Илюш, что снимаешь? Погоду смотришь. Погоду? Ну что это там вспыш. Нам обещают солнышко ясное? Очень хорошо было, да, Вер? Завтра, послезавтра. Вот так вот, завтра будет солнце, да, все, да, Илья да, сказал. Да. О, видишь, как и я... послезавтра... После минус два уже. Не обманул, видишь, как Илюша, молодец, все знает. А в среду будет снег, а в пятницу и понедельник будет тоже снег. Молодец. Какая красота. Да, их вообще... Ну-ка, надо вечером тихонько посидеть. Так, состояние вечера. Читаем сказки. Поздно вечером в ресторане крути. Нормально, да. Хороший папа. Я не знаю. Да, мумочка. Витя хороший папа. А ты что, плохо папа у нас? Нет, я тоже читал сказку. Какой-то нахальный итальянский кончик. А мы отдыхаем. Может, мы с день рождения имеем полное право отдыхать. Мама должна отдохнуть. Мама все отдыхает, да. Поэтому всем хорошего настроения. Всем пока. Всем пока. Пока. Вот так вот даже.